Всем привет, друзья! С вами канал «Крымские приключения». Продолжаем путешествовать по Крыму. Сегодня я посетил Солнечную долину и поселок Прибрежное. Как видим, море немного штормит. На улице очень жарко, порядка 35 градусов. Народ все равно лезет купаться, хоть и вода мутноватая. Ну, давайте пройдем по набережной, посмотрим, что здесь есть интересного. Здесь я обратил внимание, что очень много людей стоит с палатками прямо на берегу моря вдоль набережной. Протяженностью она где-то около километра. Везде песочек. При заходе в море галька. Вдоль всей набережной работают кафешки. Пиво 80 рублей, янтыки 80, хачапури 80-90. Есть вот такие тенистые беседки, где можно посидеть. Ой, что там взрывают. Мини-рыночек. Я понимаю, что это не
Вот раздолье детишкам покататься на самокатах, на машинках. Вот кафе с очень интересной обстановкой. Называется «Оазис». Деревянная мебель, оформлена в морской тематике. Пляжная литература. Все книжки довольно старенькие. Очень много высажено вот таких деревьев здесь. По-моему, лох серебристый называется. Есть кафе с видом на море. Пляж закрыт, спасение не осуществляется. Машины тут нет, проблем оставить мест парковочных вполне достаточно. Персики сейчас в Крыму от 130 до 170 рублей в зависимости от сорта. Вода в 5-литровых бутылках 60 рублей. Ну вот я уже подошел к концу пляжа. Дальше начинается территория закрытая. Там какая-то войсковая часть находится. А рядом с холмом, на который виднеются вышки, расположился автокемпинг. Кемпинг этот дикий, бесплатный. Поэтому останавливаться можно в нем где хотите. Единственное, что тенька на нем почти нет. Есть несколько высоких деревьев, но обычно они все заняты. Есть мусорные баки, поэтому каких-то пакетов с мусором и грязи на пляже особо не валяется. Люди все сюда относят мусор. Ну, как видим, она переполнена. И вот рядом с этой помойкой находится дикий автокемпинг. Ну, я бы предпочел останавливаться, конечно, на море, чем на этой площадке. При въезде на пляж прибрежная сразу большая парковка. Но я не стал на ней останавливаться, поехал дальше вдоль берега. Рядом с этой парковкой оборудованы пляжи. А дальше начинается дикая часть. Солнечная долина, завод первичного виноделия. Ждет всех ценителей вина в гости на экскурсии и дегустации. Кстати, здесь самая низкая цена на вареную кукурузу, всего лишь 50 рублей. Да, все места под кустиками заняты. Ну вот свободное местечко. Местный арт. Прямо над пляжем скала с автографами.
Сейчас, друзья, поднимусь немножко в гору, запущу квадрокоптер, полюбуемся с высоты птичьего полета на эти места. Ну, друзья, вот такой получился небольшой обзор с воздуха. Всем, кому понравилось, поддержите пальчиками вверх. Много есть зданий заброшенных. Как раз к этим заброшенным зданиям и тянет туристов-дикарей. Ну вот, друзья, забрался на один из холмов. Неплохой вид отсюда. Перед нами красавица Чкидак во всей своей красе.
Чуть дальше Лисья бухта. Но за этими двумя холмами не видно поселка Курортное. Но зато виден массив Карадага. Ну вот и подошла к концу моя прогулка. Теперь я отправляюсь в автокемпинг «Веселое». Всем, кому понравился ролик, не забывайте поддерживать пальчиками вверх. Новые зрители, подписывайтесь на канал «Крымские приключения». С вами был Сергей. До новых встреч, друзья. Пока-пока.